Давайте реально прям ровно идти. Давайте вы меня. Ой, я забрался на Криса. Все, зашибись, я прям наверху. Вот, давайте так идти. Ты смотри на радио. Ну пока. Там никого. Ты что слышишь-то? Там куст. Пацаны, я наверх запрыгиваю, я ничего не вижу. Ты не наверху пока. Тихо. Боже мой. Только меня и пугать. Не надо меня пугать. Если вылезет какая-нибудь дрянь... Справа, кто-то пробежал, я это точно увидел. Если выпрыгнет какая-нибудь дрянь, я буду материться и визжать. Я прямо... Крис, боже! Крис! Да это... Прошел мимо неё. Нет, ты... Крис, ты такой везучий. Давайте за доком все. А, это Крис, стоп. Я вас спутал. Стойте, тихо. У кого компас? Веди. У меня компас. Тихо. Не, ну вы бы видели, иду я за спиной Криса, и прямо за спиной Криса. Да. Она прям на меня, я на нее смотрел. Я первый, сюда. В то направление идем. Да. Почему я первый сразу? А может наоборот компас показывает на монстра? Все, это Лотос, твоя очередь идти первым. Криса. Сейчас. Ваша очередь идти первым. Тихо, слышите музыку? Бежим к свету. А, окей. Идем. Пока что только идем к свету. Надо идти к свету. Свет — это безопасность. Блин, тихо, прислушайтесь к музыке. Ой, подождите, у меня телефон звонит. Прикрываем его. Я думал, что это было, это телефон. Я уже опять чуть не наложил. Давайте присмотримся, куда идти. Если что, у меня есть фаеры. И когда я кого-нибудь увижу, я сразу буду кидать фаеры. Записка? Прям что-то пролетело. Забей, если оно летает. Ты смотри, главное, на радио. Круг. Пока что оно не сильно вибрирует. Ну это нормально, как я понял. Вы слышали? Что это? Я больше не буду ходить за спиной Криса. Я тоже. Я боюсь Криса. Перед ним ходить не буду. Мне кажется, наоборот, возле вот этих вот кругов лучше не быть. О, постройки. Оба. Кажется, круг он либо защищает, либо еще что-нибудь. Либо наоборот. Ой, давайте покатаем. Давай. Покатаемся, ты издеваешься. Что там было? Там этот пробежал. С красными глазами я его видел прям. Куда идем? Чем мы топчемся? Пошлите вон туда тогда. Пошлите сюда, к свету. К свете. Давайте к машине. Где машина? К свету. Пойдемте к свету. Мы потеряли все, мы туда уже не вернемся. Ты уверен? Может, свет это Лотос, следи за этим. Но он не сильно вибрирует. Вот сейчас часто музыка вибрирует. Музыка прекратилась. Сейчас часто вибрирует. Я вижу, как текстурки из Криса прям так и варят. А ведьма же еще раз появится, да? Да, хоть как. Не, ну она не убивает, да? Блин. Да. Она просто появляется так. Я хочу выбраться отсюда. Пусть это все кончится. Нам нужно найти дисплей, но... Кидай! Бежали за Крисом! Кидай! Пацаны, мы в бок убежали. Ведьма? Это не ведьма. Пацаны! Ты в другую сторону! Оно мигает! Оно шевелится! Бежим в круг! Оно бежит за мной! Крис! Оно бежит за мной! Крис! Боже, что мне делать? Крис! Оно за мной бежит! Прекратила! Нет! Поворачивает! Оно успокоилось. Я умер. Денис бежит. А ты где, Крис? Я тоже. Я первый умер. Я сброшусь. Что это за фигня? Да, Лотос, спасайся. Это единственный путь. Я закрою. Он выстает. Боже мой. Мне даже умереть не дают.
Мне показалось. Надеюсь, на это. Сюда нельзя зайти, да? Нельзя. Странно как-то. Какой же я дрыщ. Я даже не могу сюда зайти. Ребят, давайте не будем отдаляться друг от друга. Ага, что-то на всех сажали. Денис, за тобой сейчас кто-то появился. Лотос. Какой-то, не знаю, старичок темный. Нет, лотос с фонариком ходит. Старик какой-то. Фейрам. У фейров собираемся. Как я бросил его? А, он бросает каждый раз, когда... Он автоматически бросает его. Я потерялся. О, кого-то вижу. К фейрам. Он сам упал. Вот это монстр. Это такое громило, и он, кстати говоря, тоже не страшный, мне кажется. Так, а ведьма уже появлялась, да? Да. Кого-то сожрали. Крис, к фейрам меня иди. Меня сожрали. Меня тоже сейчас сожрут, он прям за мной. Крис, к фейрам иди. Вон, я вижу твой свет. Ты у дома? А, да? Я ну, сейчас я к флайеру иду. Или нет, это кто сейчас возле флайера? Ты прошел сквозь... Почитайте записки, что ли, возле фаеров. Мне сильно да тебя не хватало, брат. С тех пор, как ты разругался с отцом, мне хватает моя жизнь. Я уже примерно понимаю звук, когда он рядом приземляется. Да мне уже не осталось живого места. Местный меня, кто я им. Особенно если я вспоминаю про наши... Но я порабатываю тем, что детей на едва лет не хватает. Хотел... Беги! Начитались! Че, кого-то убили, нет? Нет. Выживые оба. Блин, жалко, я не могу посмотреть, есть кто-нибудь сзади вас или нет. Оба или, ой, монстры, или нормально это, в смысле? Это что, сейчас возле воды. Вот, на болоте тут должна быть святая вода. Хотя бы какое-то достижение. Ты уверен, что здесь будет? Ё-моё, она еще и типа засас? Тут офигенная музыка, хоррор. Ага, овощи. Блин, мне кажется... Прошлый сурвайвалс, это по сравнению с этим. Вон наша фейра. Ты чё, по кругу? Такая музыка вообще. Чё она такая громкая стала? Я ничего вообще не слышу. Я тоже. Я тоже. Я вас поставил на самую тихую и все равно громко. Блин. Беги. В другую сторону. Резко назад. Я за Крисом побегу. Так. Он справа, слева, тут нет. Слева, да, да я его вижу. Ведьма слева, Крис, впереди прям. Прям ты на нее бежишь. Это не ведьма? А кто это? Скелет! Боже, я опять один остался. Там реально, там какой-то мелкий скелет с белыми глазами. Я говорю, скелет. Его прям издалека видно. Короче, все, я пойду просто вперед и закрою глаза.